Вход на пляж такой, через такую вот арочку. Никого сегодня нет. Вчера тоже было очень мало народу. В понедельник было много. Очень детворы откуда-то приехало, видимо. Было очень много деток. Мамочки. Но здесь обычно детки купаются помельче. Располагаются в этой части. Ну, людей мало всегда. Здесь вот одно наше полотенце, одно вот дом напротив пляжа, прям сразу в первой линии, наш дом во второй линии. Все это в миде, причем очень крупных вот эти все камни. Здесь никто не плавает, и дальше плавают все, и здесь. А вот в этом месте очень много миди, которые мы имели честь уже кушать. Собирать их можно. И радовать себя вечерним ужином. Такая меленькая очень галечка. Перед вами бог Хотовский залив, горы, окружающие его, великолепные виды, пирсы. Тут у нас загорает мама, а тут рядом Славик. По пляжу, у каждого дома свой пляж. Горы прям нависают. Мама у нас любительница полежать и позагорать, и поплавать все с великолепными пейзажами. Недалеко наш дом. Пляж, как вы можете наблюдать, пустой. Рядом с пляжем прям плотную подступают камни, поросшие мидиями. Между камней плавают собаки. Они поедают эти мидии. Ну что, заныриваться пойдете? Нет, сейчас ветерок, и видишь, кучка нашла. Она уйдет, тогда пойдем к себе. Пойдем домой. Да, это точно. Только вдалеке виднеются голубые облачка. Солнышко не просыпает. Мам, ты что-нибудь скажешь? Скажу, что пора завтра уезжать. Сейчас пора. Честно? А? Честно? Ну, что тебе больше всего нравится? Нравится то. Все нравится? Много достопримечательностей, которые мне можно разбавить. Посиделки на море, так сказать. Что, собственно, мы и сделали, поэтому у нас получился такой хороший. Да. Море чередовалось с поездками по Черногории. Мне нравилось.
невероятно красивая страна, маленькая, компактная, все рядом. Хорошо. Ну, отдохнули уже, реально отдохнули, я уже даже до кого-то работаю. Работа, впрягаться? Да. Москвичи приезжают на 2 месяца. Какие москвичи? Ну, вот здесь ребята. А, но которые тут были? На 2 месяца запуск. Нормально. Здесь. Так как у нас мои есть, мы можем себе позволить. Дома отдыхать. Правда. Мам, вы тоже пират? Мам, а? Кто пират? Нет, кто пират на углу? Только руку вот надо там поставить обязательно на это. Вот пират на углу как раз мыс. Слава, ну справа мыс, да? Там, вот туда вот, да? Вот, гараж, ты ставишь как пират. Вот это, ставь вот туда. Будешь приближать, будешь сильно бёрнуться. Я не приближаюсь к нему. Нам всем понравилась эта церквушка, которая, да? Утопающая церквушка в растении. Что там, пираст? Легендарный, пока солнышко сейчас уйдет. Лучки красивые. Ой, господи. Права на предыдущем. Thank you.